Здравствуйте, с вами канал Glinky.ru и это обзор на Kurzweil Artis, профессиональное сценическое цифровое пианино. Kurzweil Artis – профессиональное сценическое пианино с фортепианной механикой FATAR TP100. Полифония 128 голосов, 256 пресетов программ и 256 пресетов для мультипрограмм. Данная модель сравнима с Nord Stage 2, Yamaha Motif XF8 и Korg Kronos. Панель управления условно делится на три части. Справа – цифровое переключение тембров и кнопки основных режимов. Левее – переключение тембров с помощью колеса. По центру находится LED-экран с регулируемой яркостью, кнопки управления режимами, которые отображаются на экране, и быстрый доступ к вашим настройкам. Слева находятся фейдеры и кнопки для работы с тембрами, а также четыре ручки эквалайзера и мастер-фейдер громкости. На передней панели находится вход под наушники, а над ним – колеса модуляции и дисторшн в группе тембров орган 1, переключение октав и кнопка Variation. В комплекте к инструменту идет сустейн-педаль, помимо нее можно подключать еще две разные педали. На задней панели расположены USB-вход для подключения к компьютеру, вход под флеш-карту, входы в линию или колонки, аудио-вход, три входа педалей, MIDI-вход и выход, разъем питания и кнопка включения. Существует более компактная модель Artis 7 с полузвешенной клавиатурой FATAR TP8 на 76 клавиш, в остальном модель идентична 88-клавишному собрату. В обзоре мне поможет Глеб Калязин. Рассмотрим основные режимы. Программа – работа над базовыми тембрами, которые меняют свою краску с помощью фейдеров слева. Мульти. Комбинирование до 4 тембров и эффектов одновременно. У каждого тембра свой уникальный набор настроек, который можно увидеть и менять на центральной панели. Группа тембров орган 1 – это орган KB3. При включении заработают все синие подписи кнопок. Управление инструмента меняется для наиболее гибкой работы с тембрами. Комбинирование тембров. Режим разделения клавиатуры работает до 4 зон. Эквалайзер трехполосный, плюс регулятор баланса между исходным и настроенным звуком. Кнопка Variation предлагает классические предсказуемые комбинирования тембров. Например, на тембре пианино добавляются струнные.
На тембре баса добавляется тарелка. Итак, Глеб, как тебе пианино? Замечательный инструмент. В первую очередь очень порадовала клавиатура фортепианная, потому что это действительно очень достойный фортепианный инструмент. Да, очень большой спектр возможностей, с которыми, если разобраться, можно сделать очень много интересной музыки. Отличный инструмент для дома, для домашних занятий и в то же время для студии, для музыкантов, для концертирующих пианистов. То есть инструмент с очень большим спектром возможностей, которые, я уверен, будут интересны абсолютно разным музыкантам, разным людям. Спасибо большое, Глеб. Это был обзор на цифровое фортепиано Kurzweil Artis. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!